Привет, меня зовут Даня. Сегодня мы снимали небольшую историю. Она получилась не такой, как мы ее планировали, но снимки получились великолепны. Привет, меня зовут Лена, и сегодня мы снимали достаточно простые, лаконичные образы, светлые, потому что нам интерьеры местной студии навеяли именно такие образы. Вещи, которые мы использовали, в основном были сделаны, изготовлены из шифона и сатина, соответственно, это добавляло образу некого воздуха. Меня зовут Маша, и сегодня я на себя примеряла очень много разных образов. Это был достаточно интересный опыт. Я первый раз в жизни снималась в боди. Это было интересно. Вот, образы были достаточно разные, и светлые, и темные, и с обувью, и без. Особенно мне понравилось светлое платье. Почувствовала себя второй раз невестой. Решили немного поэкспериментировать и добавили современный тренд, очень актуальный, 90-е. Мы одели объемные серьги, сделали дульку на голове, спустили плечи и добавили такого легкого небрежного образа нашей модели. Собрать воедино все образы нам помог магазин российских дизайнеров «Росс» и ювелирный бренд «Мисс Стила».